大家上午好，我今天主要报告也是用母语讲的，但是因为我们在场的有几位的专家还是会母语的，我先用中文简要的说一下我大概会讲什么内容的。我这个报告是涉及到清朝的雍正皇帝的佛教政策的一个小小的部分，因为大家可能听说过这个雍正皇帝对于禅宗采取了比较多的各种的举措，也自己对禅宗感兴趣，但是我在这里去讲一个雍正皇帝跟律宗互动的一个事情。具体而言是雍正于1734年邀请律宗的一个祖师文海福聚从南京来到北京传戒，传授黄戒。我在这里主要是分析他为什么要采取这个举措。我在这边依靠的一个就是前期是日本的一个学者的一个观点，他是认为这个雍正他要提高律宗的权威，让律宗能够跟禅宗相提并论，这样就能够改变这个中国佛教教团的一个结构，有助于这个稍微的这个抑制禅宗的膨胀，提高这个律宗的权威。然后我的研究具体的方式是，我去这个关注雍正皇帝的这个1733年和1734年的两个这个御制，他向庄亲王跟庄亲王的两个反令和他的一个碑文，然后我就得出一个结论，他确实是要这个让大家知道，通过这个正确的这个修持戒律，大家也可以得到这个解脱的彼岸，不仅仅是禅宗有这个方法，这个律宗也有这样的正确的方法，他也希望培养相关的这个律宗和尚，让他们也形成一个团队，能够跟禅宗相提并论。这大概我这个报告的内容，接下来我就用回讲一下。Добрый день. Тема моего выступления, как вы, наверное, уже успели ознакомиться, связана с политикой императора Юнчжена. Юнчжен – это у нас император цинской эпохи, да, маньчжурской династии, которая правила в Китае, в том числе в 18 веке. Я сама являюсь аспиранткой Бурятского государственного университета, чуть в заочной аспирантуре. И в основном я изучаю как раз-таки то, что происходило в 18 веке вот в такой школе китайского буддизма, не знаю, слышали вы или нет, называется Виная. То есть, наверное, большинство слышало про школу Чан, да, то, что по-японски дзен называется, которая считает путем достижения просветления различной формы медитации. А вот эта школа Виная, она занималась больше вопросами монашеской дисциплины, соблюдения обетов и передачи обетов. Ну и, естественно, в 18 веке преобладающую позицию в китайском буддизме занимала школа Чан, и император Юнчжен уделял большое внимание школе Чан, но и был определенный момент, когда он взаимодействовал и со школой Винай, а именно в 1734 году он пригласил одного из патриархов школы Винай для передачи обетов. Что такое передача обетов в буддизме? Да, чтобы стать монахом, мирянин проходит, ну, по крайней мере, две степени посвящения. Это постриг и, собственно, принятие полного монашеского обета, который допускается 20 лет. И здесь вы видите алтарь обетов, но это фотография начала 20 века, мне кажется, более аутентично можно показать, что это было. Это один из монастырей в Нанкине. Вот, собственно, император Юнчжен, год правления 1722-1735. И он приглашает вот из Нанкина, Нанкин у нас на юге страны находится, в Пекин, в монастырь Фа Юаньсы, одного из патриархов школы Винаи по имени Вэньхай Фуцзюй, для того, чтобы провести так называемую церемонию передачи императорских обетов. Но это по содержанию, это не какие-то специальные обеты, это вот обычные монашеские обеты, просто сама церемония проводится
по императорскому приказу. И зачем же он это делает? Главный вопрос этого исследования – зачем императору Люджину было проводить вот такое вот мероприятие? Да, то есть оно упоминается в существующих, там, например, на Тайване вышла очень полная монография по буддийской политике императора Люджина, там упоминается вот этот эпизод. Да, Люджин пригласил вот этого патриарха школы Винаи провести передачу обедов в Пекине, но зачем он это сделал? Да, там вот вопрос, этот вопрос до сих пор подробно не рассмотрен. Вот я в исследовании японского ученого Хосебе Юкей, который писал статьи в основном в конце 80-х, начале 90-х годов, нашла общую такую оценку того, зачем вообще император Люджин осуществлял некое взаимодействие со школой Винаи. И эта общая оценка состоит в том, что Люджин стремился ограничить влияние школы Чань и поднять авторитет школы Винаи. И в том числе поднять авторитет школы Винаи в том плане, что именно она должна быть той школой, которая имеет право осуществлять передачу обедов. Как, собственно, школа, которая специализируется на вопросах обедов, как правильно проводить ритуалы, как правильно соблюдать обеды. И вот этот эпизод с приглашением патриарха школы Винаи в Пекин как раз и был тоже призван повысить статус школы Винаи в рамках всего китайского буддизма. Однако в своей статье Хосебе Юкей он излагает вот такую свою позицию, но он ее источниковедчески никак не подкрепляет. И, собственно, новизна моего исследования состоит в том, что я обнаружила некие источники, которые нам позволяют непосредственно увидеть, каково было отношение и понимание императора Люджина целей проведения этой церемонии передачи обеда в Пекине с участием патриарха школы Винаи. Вот. Первое – это приказ императора Люджина 19 числа 4 месяца 1733 года. В этом приказе мы видим, что Юджин приказывает одному из маньчжурских принцев призвать настоятеля Великой горы Баохуашань Фудзюэ, да, того самого патриарха школы Винаи в Пекин, для того, чтобы передать 1500 монахов из всех провинций императорские обеты. Да, то есть цель Юджина здесь надо провести церемонию, чтобы на ней вот большое число монахов могло принять обеты. И он выбирает для этого вот такой деятель школы Винаи, которого он на данный момент считает наиболее авторитетным. Потому что в то же время представители школы Винаи уже были в Пекине, и уже были настоятелями пекинских монастырей. Но вот он выбирает этого патриарха, который находится в Нанкине, да, за 900 километров от Пекина, и приглашает его. Следующий приказ, это уже происходит во время пребывания Мэньхай Фудзюэ в Пекине, уже во время, уже непосредственно после тех 45 дней, пока длилась церемония передачи обетов, это 5 число 4 месяца 1734 года, и здесь Юджин приказывает маньчжурскому принцу Чжуану передать некое сообщение монахам, которые приняли обеты. Он говорит: «Вы, другие, но принявшие обеты монахи, снискали мою милость и получили императорские обеты. Я ожидаю от вас и других, что каждый достигнет высшего и обретет просветление». Более того, он приглашает монахов, у которых будет иметь такое желание, пройти некое обучение под его личным руководством, потому что Люджин считает себя достаточно крупным авторитетом в плане буддизма. И при этом он говорит, что а те, кто не сможет постичь требуемого, будут повинны за непонимание милости императора. Принятые ими обеты будут отняты обратно, и они подвергнутся тяжкому наказанию. Иначе говоря, Юджин подготовил вот этих 1500 монахов, теперь уже легитимных, уже получивших обеты, не просто так. Он ожидает от них некой дальнейшей духовной практики, возможно, даже под его личным руководством, и достижения высшего, да, то есть достижения пробуждения. И наконец, еще один источник, который я обнаружила, вот в том самом монастыре, где проходила эта передача обедов, на Тайфа Юаньцзы в
10 месяце, опять же, 1734 года, то есть уже после возвращения нашего патриарха Линая обратно к себе в Нанкин, устанавливается стел с надписью, которую составил, собственно, опять же, император Дунчжэн. И в этой стеле император поясняет, почему он дал монастырю вот это название, он меняет старое название по случаю этой церемонии передачи на новое, Паньюаннетов из Тохтханме. И надпись достаточно обширная, она говорит о реконструкции монастыря, которую Дунчжэн провел в качестве подготовки. Но что интересно для нас, Дунчжэн говорит, что монастырь называется Файон, потому что нужно с помощью обетов не просто соблюдать обеты, да, но понимать, что это путь к тому, чтобы обрести исток дхармы. Да, то есть, опять же, к тому, чтобы, по сути, обрести пробуждение. И правильное соблюдение обетов, да, несравненное соблюдение обетов ведет к достижению непревзойденного просветления. И как мы можем видеть, из этих трех приказов, из двух приказов, вот этой надписи на стеле, выстраивается некая логика действий императора Дунчжэна. Он хочет передать очень статусный, очень высокоуровневый, да, императорский санкционированный обет группе монахов, стимулировать их в дальнейшей духовной практике и донести до всех с помощью этой надписи на стеле, что практика обетов, правильное соблюдение обетов действительно может привести к просветлению. И тем самым он фактически ставит школу Линая на один уровень, на одну планку со школой Чан, потому что школа Чан претендует на то, что она знает непосредственный метод достижения просветления. А здесь он же говорит, и школа Линая, соблюдение обетов, также может привести к достижению непревзойденного просветления. Ну и результаты исследования можно подытожить следующим образом. Подтверждается вывод японского ученого Хосе Икея о желании императора Дунчжэна усилить позиции школы Линая. Ну, то есть, в этом случае, ничего противоречащего этому я не обнаружила. И раскрыты конкретные представления императора Дунчжэна о роли церемонии передачи императорских обетов, которую он санкционировал в 1734 году. Соблюдение обетов может быть способом достижения истоки дхармы, то есть пробуждения наравне с чайской медитацией. За счет самой церемонии дальнейшего обучения он может подготовить того, что квалифицированных монахов, которые будут практиковать этот подход. И тем самым меняется конфигурация в китайском буддизме, появляется альтернативная сила, претендующая на реализацию пути к просветлению наравне со школой чайки. На этом я бы хотела завершить свой доклад. Благодарю за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Если позвольте, я задам вопрос, все-таки зачем? Вот зачем ему это было надо? Это личные пристрастия какие-то, может быть, ему больше нравилась эта школа, может быть, он встал с левой ноги и подумал, так, больше не хочу с этими монахами, с чем я делал. Или все-таки это какие-то борьба с, в определенном смысле, политическим влиянием, которое на тот момент школу чайни уже набрало? Да, это очень... вопрос, который двигал и мной в рамках проведения этого исследования. И, к сожалению, я опиралась на те источники, вот, которые я нашла. Хотелось бы еще, желательно прямо непосредственно могло бы залезть и прочитать его мысли. Но здесь интересно то, что как раз в эти годы, тоже около 1933-1934 годов, появляется программное сочинение Дунчжэна. Сейчас я не вспомню вам точно название, но суть его состоит в том, что это та самая сочинение, за счет которого он вмешался в очень давнюю, уже столетней давности, спор между двумя ветвями школы Чань. И сторонников одного товарища Ханьбе Фазан он заклеймил, раскритиковал, фактически распустил их направление и поддержал другого. Но чайского патриарха, который 100 лет назад жил, там, Минюнь Юаньгу, что он правильно выстраивал генеалогию, а вот Ханьбе Фазан и Сан Фэнкай — это неправильная чайская школа. И интересно, что вот практически вот в тот же год, или, можно сказать, годом позже, вот происходит эта церемония передачи обетов. То есть я бы не сказала, что у меня есть какие-то источниковеческие основания говорить о их непосредственной связи, но во всяком случае можно говорить, что вот эти годы,
Да, Юнджен был очень активно вовлечен в некую попытку, возможно, изменить конфигурацию, но в школе часть точно, да, это мы знаем из этого сочинения, потому что оно много исследовано, расписано. Вот. В какой мере вот его эта поддержка школы Бинари также была приурочена вот к этой цели, борьбе именно с частью? Да, в документах, которые мы видим, там не написано непосредственно, что я помогаю школе Бинари для того, чтобы немножко задавить чай. Это вот то, что сказал японский исследователь, да, Сибирюкен сказал. Я так считаю, да, но почему он так считает? Да, то есть он не приводит какого-то обоснования. Мы только можем чуть-чуть глубже понять, что хотел Юнджен сказать вот в плане этого мероприятия, например, церемонии передачи обедов. Но, к сожалению, у нас нет оснований утверждать со всей 100% уверенностью, что это было против школы чай точно. Ну, это на самом деле никогда не может быть написано. Да? Я вот хочу их заклеймить, поэтому так не будет. Но просто он себя, что называется, считал таким большим мыслителем, что он решил поддержать большой мыслитель. Есть школа вина. Но школа вина – это прежде всего дисциплина. Хорошо. Почему исходил? С того, что его характер, как известно, император Юджан был большой приверженец, или как это слово называется, дисциплины, которую он устанавливал во всех вещах, в частности, в экзаменах и везде. Он был такого характера, что все должно было вот так. Ну, то есть это не цель политической борьбы и... Какая? Ну, как это ты выяснишь? Какая верификация того, что это цель или не цель? Очень просто. Какие, собственно, что произошло после того, как... Это не очень просто. Это никогда нельзя понять, что произошло после того. Вопрос заключается в том, что чайская, значит, школа из-за ее вот это, значит, стремление к просветлению всегда отличалась наплевательским отношением к любой дисциплине. Ну, да. Человек, который любит, чтобы все вещи были разложены так, да. Это значит, выводит из себя. Вот. Поэтому можно сказать, и Юджан, как он действительно человек, который, что все вещи должны быть так. Он говорил, что, значит, во всем должна быть дисциплина. А, кстати, и дисциплина он требовал от себя. Да, именно поэтому, на самом деле, вот, как бы он зажатый между Ханси и Сяном, он всегда, в общем-то, игнорировался. Но в последнее время, именно благодаря этому появился еще сериал специальный, где как раз-то, наоборот, этот император вот с этими его стремлениями, значит, он пропагандировался. То есть явным образом его раздражали, значит, все эти части и фривольности. Все должно быть дисциплинировано. Вина, значит, это такой дисциплинарный момент. И, кстати, я тоже был в этом файнансе. Там они действительно по отношению, значит, к монахам действительно требуют прежде всего дисциплины. А кто дисциплине не следует, такие были, их выкидывали. Да, напомню, дисциплине следует как раз 12:40. Спасибо большое. Большое спасибо.